Первый случай холеры зарегистрирован в Доминиканской республике. Государство расположено на одном острове с Гаити, где бушует эпидемия этой болезни. Инфекцию завез в страну молодой строитель, проводивший дома на Гаити отпуск. На границе двух республик усилен контроль. Власти Доминиканы задержали и отправили на медосмотр 170 человек. Они пытались попасть в страну без надлежащих документов. Холера уже унесла более 1000 жизней гаитян. Больницы переполнены. Причиной эпидемии называют некачественную питьевую воду.